Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Чернов Александр Владимирович, я научный руководитель ветэндошколы Карл Шторц в России. Вашему вниманию представляется клинический случай, демонстрирующий некоторые особенности торакоскопически ассистированной биопсии парастернального лимфоузла у кошки при гнойном плеврите. Обратите внимание, что осматривая грудную клетку, мы должны визуализировать абсолютно все структуры, доступные нам. В данном случае мы акцентируем свое внимание на выпоте в грудной клетке, а также на измененную париетальную, висцеральную плевру и увеличенные в размерах лимфоузлы, из которых нам необходимо взять биопсию для исключения ряда патологий или подтверждения их. Мы используем манипуляционный порт для введения диссектора по Келли для того, чтобы перфорировать капсулу лимфоузла, что и делаем. После этого мы вводим биопсийный манипулятор и берем ткань лимфоузла для исследования. Естественно, мы дренируем грудную клетку для контроля и санации. Спасибо большое за внимание. До новых встреч!